закончилась наша эра вьетнамских свиней. Это была первая вьетнамская свинья, которую мы купили лет 6 назад. Старая уже стала. Два последних опороса просто затоптала поросят. Не слышит ничего. Ну, короче, она уже полностью выработалась. Привела она за это время поросят. Я даже боюсь представить, сколько. Ну, больше сотни, наверное, да? По два раза в год, по десятке. 5 лет как минимум. Чего ты? Она больше, чем 2 раза в год. Она окрылась хорошо. Свинья была неплохая, но всему приходит когда-нибудь конец. Вес у нее порядка, ну, больше 100 килограмм. Сейчас мы посмотрим. Короче, жалко было, но ничего не поделаешь. Старость взяла свое. Она в последнее время стала противная, ломала все, заборы разрезала, научилась разрезать сетку металлическую, разрывала ее там, вытворяла, что хотела, по беспределу жила. Пыталась меня укусить, но кусать не кусала, но пыталась, гавкала там. Короче, последнее видео с этой свиньей. Сейчас я вам покажу, как нужно обсмаливать свинью. Ну, на черную все умеют, а вот именно когда смалишь, когда шкуру снимаешь первый раз, когда смалишь, вот там есть один нюанс, не зная которого, ну, это получается, ну, плохо высмаленная свинья после этого. Вот я вам сейчас покажу, как это сделать правильно. Итак, для того, чтобы нормально обсмолить свинью, нам понадобятся перчатки. Вот такие обычные. Ну, потолще желательно. Главное, чтобы у них было вот резиновое вот это покрытие. Значит, смотрите, вся тонкость заключается в том, чтобы как только начинает пузыриться первый раз шкура, ее тут же надо счищать. То, как пузыри упали, буквально секунд 5, и вы уже ее счистите с трудом. Уже будет, ну, все плохо. Ну, вот я вам сейчас покажу. Секундочку. Зачем нужны перчатки? Смотрите, смалим труднодоступные места, ухо, допустим. Посмолили его со всех сторон, пузыри пошли. И просто вот таким вот образом. Обчищаем. Чистенько, видите, во всех, внутри там везде оно счищается капитально. Точно так кратится, вот ноги, смотрите. И между пальцами все счистилось, и сверху все отлично. После этого на черном смаривается и не моется. Хотя бы лишь это моется.
Да, нож должен быть.